Всем привет! Хотел рассказать о том, как в Билайне можно попасть на достаточно большие затраты по сравнению с тем, что вы ожидаете. Я банкрот! Значит, я расскажу о тарифе «Ноль сомнений». Значит, «Ноль сомнений» – вы ничего не платите в сутки, но платите только на звонки на местные номера всех операторов, рубль 20 по Билайну в пределах области, пополнение на сумму от 100 рублей 0 рублей минуты, входящие 0, естественно, междугородним не трогаем. И вот доходим до мобильного интернета. Здесь очень дорогой мобильный интернет, и этот тариф подходит, ну, к примеру, для меня, если я не живу постоянно в России и только выезжаю за пределы своей страны, там, Ростовскую область, и там я пользуюсь этим тарифом. Значит, что произошло? По тарифу. Мобильный интернет, стоимость 1 мегабайта на территории России 9,95. Вот запомните, 9,95 – 1 мегабайт. При использовании 1 мегабайта интернет-трафика в любом из календарных месяцев автоматически будет подключена опция «Пакет интернета 3 гигабайта». Если потребление меньше 1 мегабайта, пакет не подключится. Стоимость опции «Пакет интернета 3 гигабайта» – 6 рублей в сутки. Но я не стал дожидаться пакета интернета 3 гигабайта. Я еще раз покажу. Вот он наш, все другие тарифы. А я перешел по мобильному интернету на следующее предложение. То есть я подумал, что мне нужен там интернет ни много ни мало на день 500 мегабайт. Вот этот вот тариф 500 мегабайт. 15 рублей подключение. Думаю, 15 рублей заплачу и нормально, на целый день не хватит. Что произошло в итоге? В итоге, сейчас мы посмотрим детализацию. Мы заходим во вчерашний день. Значит, плата за подключение услуги интернет на день. В 10.07 19 рублей списывается. У меня есть автоматическое пополнение баланса. 300 рублей мне сразу зашло на счет. И я, после того, как мне пришла смс-ка о подтверждении включения услуги интернет на день, естественно, включаю интернет на день. И в 10.46... То есть прошло 40 минут практически. С меня списывают за 2 мегабайта 19 рублей. No, God! No, God, please, no! 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 После чего я пользуюсь интернетом. И на мой вопрос, почему при покупке 500 мегабайт с меня еще списывают 19 рублей за 2 мегабайта. Дальше, самая интересная штука по выходу из этого тарифа. Значит, вечером, когда я приехал, мне посоветовали все-таки отключить 500 мегабайт на день, потому что даже если я не пользуюсь, 19 рублей с меня снимут. И мой вам совет, если вы решили отключить эту услугу, нужно сначала подсоединиться к Wi-Fi, после чего ее отключать. Потому как я вроде бы и приехал уже домой, через интернет подсоединился к Wi-Fi, Билайн меня уже не ловит. Отключаю эту услугу, интернет на день, мне приходит уведомление о том, что эта услуга отключена. И все равно в 21.38 каким-то образом у меня списывается 19 рублей за 404 килобайта. То есть в итоге, на секундочку, если посчитать математику, вместо 19 рублей в сутки я заплатил 19 рублей за неизвестные 2 мегабайта. И еще за 400 килобайт заплатил еще 19 рублей, что в итоге составляет 57 рублей. Я представляю, какая-нибудь там бабушка либо дедушка, не разбирающаяся в детализации этих тарифов, просто, ну, как бы
за месяц может заплатить порядка 1500 рублей. Будьте, пожалуйста, внимательны с оператором Билайн, ставьте себе приложение с детализацией счетов. До этого у меня уходило по 500-600 рублей. Вот. Сейчас я очень детально изучаю свои затраты на мобильную связь. Только по причине того, что дурные деньги и развод операторов просто неприемлем. Ставьте лайки, чтобы побольше людей увидели это видео. Делитесь им в соцсетях. Нажимайте «Поделиться». Всем удачи. Не позволяйте себя обманывать.